Добрый день, дорогие друзья! Шалом, Сергей! Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста. Рад видеть всех в эфире. Рад видеть всех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Спасибо всем, кто со мной. Опять, я не вижу, сколько людей здесь. У нас в эфире, но это не так важно, даже один человек – это целый мир, поэтому я даже для одного человека буду давать этот эфир. Так, я жду пока что, как видно, как слышно. Отлично. Спасибо, Сергей, и с Божьей помощью мы сегодня поговорим на очень важную тему. Наверное, для всех эта тема сейчас важна. Финансовая тема. Да. Как улучшить свои финансы, финансовую сферу? Что говорят об этом мудрецы? Сейчас, в это непростое время, для каждого это важно. Все мы хотим быть богатыми, счастливыми. Ну так в чем проблема? Почему тогда не все богатые и счастливые? Хочешь быть счастливым, будь им. В чем проблема? Почему-то по статистике большинство населения земного шара признаются, что они пока что не очень счастливы. Почему? Может быть, недостаточно хочешь? Есть люди, которые хотят и делают много, и тем не менее не достигают поставленных целей. Они подобны водителю, который жмет газ в полную силу, но машина находится на нейтральной передаче. Если недостаточно можешь, может быть, тогда есть немало примеров в истории, когда человек с очень ограниченными возможностями добился огромных результатов, больших результатов. Ну, в нашем поколении можно привести в пример человека, который добился чего-то. Это инвалид без рук, без ног, Ник Вуйчич, да, наверное, все его знают, что не помешало ему стать миллионером. То есть не в этом проблема, да? Так, что нам пишут? Шалом, 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 Виталий, шалом, Алена, шалом, Георгий. Спасибо всем, кто со мной. Для тех, кто не знаком, меня зовут Давид Плискин, и я живу в Иерусалиме. И сейчас идет прямой эфир как раз из святого города Иерусалима. Буду рад вашим вопросам, но прежде всего буду рад, чтобы вы написали, что вы ожидаете от этого эфира, чтобы я мог быть вам максимально полезен. Итак, вопрос стоит ребром, да? Почему так много людей, несмотря на то, что хочет быть богатыми, да, мы сейчас сегодня говорим о деньгах, о финансовой сфере, не обязательно быть богачом, просто улучшить финансовую сферу, да? Почему не все достигают поставленных целей? И ответ нам дает на это Рав Деслер в книге Михтах Мельяу. Но перед тем, как я процитирую вам Рава Деслера и скажу, что он говорит нам на эту тему, я хочу сказать пару принципиальных вещей, которые, на мой взгляд, каждый еврей должен знать. Во-первых, я должен вам сказать, что если жизнь предлагает вам богатство в этом мире через нарушение заповедей, то знаете, это не стоит того. Наша задача в этом мире подготовиться к будущему миру. Там будет настоящее богатство, духовное богатство и величайшее наслаждение. Этот мир – это лишь коридор, так говорят наши мудрецы. Этот мир – коридор будущего мира. Примерный перевод того, что они говорят. В этом мире богатство ради богатства, погоня за материальностью, жертвы духовностью, это того не стоит, понимаете? Это все равно, что представьте себе красивый, шикарный, наполненный самыми лучшими яствами зал. Да? И перед этим залом, перед свадебным залом, есть такой небольшой другой зал, который ведет как бы, ну, прием гостей. Царская дочь выходит замуж, представляете, все, самые лучшие яства в самом зале уже ставятся. И какой-то человек приходит,
на прием гостей. О, вот. И там тоже что-то есть, какие-то угощения, но, понятно, совершенно не такого уровня, как в самом свадебном зале. И он начинает еще на входе начинает есть, 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 есть. Нажирается, объедается вообще до отвала, что уже вообще ничего не входит. Приходит время, все заходят в зал, свадебный зал, все сидят, спокойно едят, наслаждаются музыкой, пищей, а в него уже ничего не входит. И он говорит: ой, какой же я был дурак, как же так, я потратил свое время на ерунду, на мелочи, которые не нужно было. И это немножко напоминает наш мир. Еще один пример этого мира. Это человек поехал в далекую страну за заработком на много лет. Но та страна была необычной. Там было так много драгоценных камней, что их там не ценили вообще. А что ценили? Ценили молоко. И потихонечку наш герой забывает, что ценно в его стране, тяжело работает и в конце концов привозит на родину, после того, как он заработал уже там много денег, которые там были, он привозит самое ценное, что было в той стране, молоко, привозит на корабле молоко. Ну, жена это видит, падает в обморок. Ты что, молоко уже скисло. Что мы будем делать? Ты много лет так работал. И слава богу, он смотрит вдруг в карман и видит там пару маленьких драгоценных камней, которые остались у него. Случайно вообще как-то забились ему в карман пиджака. Он продает эти камни и на эти деньги живет нормально всю жизнь. Представьте, что бы было, если бы он не позволил подмениться ценностям в своей голове. Насколько бы великолепно могла бы сложиться его жизнь. Вы понимаете, что мы в чем-то подобны этому герою. Говорят наши мудрецы, что одна из главных задач злого начала, Ецарара, это запутать приоритеты. То есть важное сделать неважным, неважное важным, и так далее, запутать нас. Да, и тогда человек в этом мире бегает за то, что этот мир ему дает материальные ценности и забывает вообще, зачем это все. Рассказывает от имени Рава Салантера, Рав Исраэль Салантер, великий мудрец прошлых поколений. Кстати, ему приписывают, что он первым вывел такое понятие, как подсознание. Так, он рассказывает такую притчу интересную, что в одном городе объявили, что для их мертвых на кладбище будет сделано чудо. И на один час они все воскреснут. Всевышний их воскресит. Назвали дату, назвали час. Все жители местности этой подготовились, празднично оделись, пошли встречать своих дедушек. И только настал этот час, эти дедушки вылезают из могилы и мгновенно бегут в синагогу. Все, здравствуй, как дела? Они даже не отвечают, бегут все в синагогу, садятся там, начинают изучать Тору, к ним подходят. Как дела? Что? Расскажи. Ничего, нет никакого ответа. Они сидят все в вдохновении, изучают Тору. Прошел этот час, они убежали обратно на кладбище, забрали свои могилы, все. Даже не успели родственники с ними поговорить. Это примерно сколько на самом деле, какова ценность Торы, какова ценность заповедей в этом мире. Это мы должны знать, что мы здесь для того, чтобы приблизиться к Творцу. И все, что у нас есть, здесь все материальные вещи, вообще все инструменты, все, что дает нам жизнь, это средство для того, чтобы приблизиться к Творцу. Да? Так, комментарии. Добрый день. Да, всем добрый день. Итак, пойдем дальше. Важно знать, что если евреи говорят: согреши, или мы заберем все твои деньги, даже в таком случае ему запрещено грешить. Говорит Акавия бен Маалалель, великий Тана, в Гмаре про него описывается, он говорит: лучше, чтобы меня называли сумасшедшим всю жизнь, только чтобы я не был злодеем перед Всевышним один миг, да, примерный перевод того, что он говорит. Понимаете? То есть самое главное в этом мире – это приближаться к Творцу. Но при всем при том, написано в святых книгах, что богатство – это достоинство.
У богатого есть больше возможностей и делать добрые дела. А про бедного написано, что он подобен мертвому. Не о нас будет сказано. Ну и вообще, деньги – это хорошая вещь, мы знаем. Когда мы используем их как средство для соблюдения мицвот и приближения к Творцу. Так что понятно, что в наше время всем нужны деньги, без денег невозможно. Если раньше, там, 500-1000 лет назад, человек мог посадить огурцы, помидоры, тыквы и жить, в принципе, без того, что он где-то работает на своем огороде, не нужно было платить аренду за дом, за электричество и так далее. Сейчас времена другие. Сейчас каждый должен зарабатывать какую-то энную сумму денег. И, естественно, бывают такие ситуации, что человек понимает, что ему нужно увеличить свой доход. Что на эту тему говорят наши мудрецы? Во-первых, как я вам сказал уже, что мы должны использовать наши доходы для того, чтобы приближаться к Творцу. Человек видит, да, для того, чтобы нормально жить, чтобы у меня были нормальные условия жизни, чтобы приближаться к Творцу, мне нужны еще деньги. Что об этом говорит Рав Деслер? Да, теперь помните наш вопрос. Почему многие хотят быть богатыми, тем не менее бедны? Да? Что говорит нам Рав Деслер касательно этого вопроса? Так в своей книге «Мехтав Мильяу» в первом томе Рав Деслер пишет, что основы, которые каждый человек должен знать, это то, что у каждого из нас есть интеллектуальная душа. Нефеш сихлит, на иврите. Это часть нашей психики, ответственная за учебу, интеллектуальный анализ ситуации, планирование, да? А есть нефеш беймит. Нефеш беймит – это животная душа, ответственная за все неосознанные процессы. От количества гормона, тестостерона в крови и автоматической игры на музыкальном инструменте, ну, пианист, например, да, который уже вышел на концерт, в филармонии играет, это все уже он автоматически, он просто думает, что сейчас надо играть, как надо играть, да, вот сделать акцент, я как музыкант это знаю, я играю на кларнете, я спать уже, дыхание, все идет автоматически, я просто думаю, что мне нужно играть, вот я сейчас сделаю громче, тише, как подать музыку, да, это все за это ответственно подсознание. И вплоть до того, какой уровень энергии у меня присутствует в различных местах и в различных обстоятельствах. То есть бывает такая ситуация, что нужно сейчас учиться, завтра экзамен, и вообще так вдруг не хочется просто, и так хочется спать. Или, например, у меня было, я сижу на уроке гморы, важный урок, вроде бы говорят какие-то интересные вещи, но так хочется спать, при том, что я спал нормально. Все это какая-то психология, да, то есть что-то внутри дает команду глазам закрываться, скажем так, да, по-простому. И в чем назначение животной души, говорит Рав Деслер, очень интересная вещь, принимать приказы и исполнять их. Так пишет Рав Деслер. Парадокс жизни, и так создал Всевышний этот мир, состоит в том, что если в подсознании находится команда приказ, которая противоположна нашему плану, нашей стратегии, нашим целям, то в борьбе сознательной силы воли и подсознания побеждает кто? Подсознание. Поэтому человек может реально чего-то хотеть, быть богатым, реально хотеть быть богатым, но жить в бедности. Почему? Потому что его подсознание хочет, чтобы он был бедным. Почему? Потому что он считает, его подсознание считает, внутри он считает, да, его сердце считает, что богатым быть плохо, или что он недостоин быть богатым, или что это опасно для здоровья и жизни быть богатым и так далее. Рав Вольбе называет это принцип противостояния и говорит, что в поединке воли и воображения побеждает, в конце концов, воображение. Да, понимаете? Посмотрим, что нам пишут. Есть комментарии? Нет комментариев. Отлично.
Если есть комментарии, пишите. Буду рад всех очень слышать. Окей, мы продолжаем. Так, секундочку посмотрю. Интересно, как видеть, сколько людей смотрят. Окей, продолжаем дальше. Итак, приведу вам интересный пример из истории, которая показывает силу подсознания. Как-то раз великому еврейскому мудрецу, который был также великим целителем и работал при дворе царя, Рамбаму, сообщили, что один человек собирается его убить. Ну, я думаю, все знаете Рамбама. Раби Моше бен Маймон, великий мудрец, великий комментатор Торы. И вот ему как-то раз сообщили вот такую вот новость. Что он сделал? Он попросил своего доверенного человека найти время, когда его враг пьет молоко, и после того, как он выпьет, сказать ему, что Рамбам подсыпал тебе в стакан яд. На самом деле никто ему ничего не подсыпал, да? Но после того, как враг выпил молоко и услышал то, что ему сказал доверенный человек, он реально испугался. Великий Рамбам положил ему в молоко яд. Он этому поверил. Он пошел домой в большом страхе. И через 3 дня этот враг просто скончался. Когда вскрыли его тело, то обнаружили, что его кишки будто бы разрезаны острым лезвием. Представляете? Такова сила подсознания. Враг Рамбама хотел жить, но тем не менее какая-то внутренняя сила его убила. Это была сила его же подсознательного убеждения. И понимаете, что произошло? И точно так же, наше подсознание может открыть нам ресурс. То есть, если мы возьмем, например, великобританского бегуна, который побил рекорд в 1954 году, никто до 1954 года, никто не мог побить рекорд, пробежать милю, это 1,6 километра, быстрее, чем за 4 минуты. И вот этот бегун великобританский, выпало его имя с головы, по-моему, Роберт его звали, неважно так, что он сделал, он тренировался, естественно, физически, этого никто не отменяет. Но кроме этого, что он сделал, он еще, как пишет его библиограф, внушал себе, повторял аффирмации, что он сможет пробежать быстрее. Определенные аффирмации, которые его усиливают. Да? И что получилось? В конце концов, в марафоне он пробежал действительно быстрее, чем 4 минуты. Но этим история не заканчивается. Что интересно после этого? Все врачи были убеждены, что человеческое существо не может пробежать быстрее, чем за 4 минуты. Да. И тут Роберт пробежал. Буквально через неделю после этого еще один спортсмен побил мировой рекорд. А через год уже 300 спортсменов побили рекорд в 4 минуты. Да. То есть пробежали быстрее, чем 4 минуты. О чем это говорит? О чем нам это говорит? О том, что подсознательное убеждение. Наше убеждение может реально ограничивать нам наши физические возможности, но не только, любые возможности. И когда мы вместо этого убеждения приобретаем положительное убеждение, по-простому убираем вот это негативное убеждение, да, просто крошим его в крошки, превращаем его в пыль и выстраиваем, как ножки к столу, позитивное убеждение, которое дает нам силу, то тогда, на самом деле, у нас возможности очень сильно увеличиваются. Все знают, что мы используем только 5% нашего мозга. Все знают, что мы используем только небольшие проценты наших реальных сил. Как это увеличить? Подсознание – это ключ к тому, чтобы использовать больше ресурсов, причем здоровым образом. И такое количество ресурсов, которое не мешает вашему здоровью, вашей психике.
И сейчас я вижу вопрос. Таня Чульпая спрашивает, как настроить свое подсознание? Очень правильный, своевременный вопрос. Я думаю, что многие сейчас задаются этим вопросом, как же влиять на свои подсознательные убеждения. Конечно, это очень важный вопрос. И на это тоже Раф Деслер нам дает ответ. Он говорит, мысль, повторенная многократно, становится для подсознания указанием к действию. Понимаете? И вы скажете, все так просто. Да, дорогие друзья, просто сказать, но не так-то просто сделать. То есть, как пример, Абдесса говорит, что если человек перед сном много раз подумает во сне, что он хочет встать в определенное время, то он встанет в это время, да? Это правило. Наверное, есть исключение из этого правила. Но так это работает. И лучше всего влияет на наше подсознание, это когда мы говорим, не только думаем, а говорим какую-то мысль, причем с толком, с чувством, с расстановкой. Да? Почему еще не так просто это сделать? Потому что для того, чтобы изменить код в мозгу, как пишет уже Рав Рабинович, в своей книге «Шиурей Бикьют» нужно повторить мысль 30 дней по 3 раза в день. Интересно, кстати, откуда он это учит. Рав Рабинович учит это, как вы думаете, откуда? Из Шулхан Аруха, свод еврейских законов, 114-й Симан, Куфюдарит. А что там написано? Написана там такая вещь, что человек, еврей, когда молится молитву Амида, Шмона Эсре, то во втором благословении летом он говорит определенную ставку одну, а зимой он говорит определенную ставку другую. Причем, если зимой он сказал неправильную ставку, то ему нужно возвращаться к самому началу молитвы. Если он вспомнил в конце молитвы, точно знает, что он сказал неправильную ставку, тогда он должен возвращаться к началу молитвы и читать заново и говорить уже правильную ставку во втором благословении Шмона Эсре. Теперь вопрос, что делать человеку, если человек не очень внимательно молился? Как знаете, есть такие люди, которые начинают молиться и улетают во Францию, в Америку, бизнесы, дела, что мы будем делать дальше. Закончилась молитва, опа, а что я сказал, какая ставка, я даже не знаю. Говорит он, что делать такому человеку? Да, он не знает, правильно сказал или неправильно сказал. Возвращаться или не возвращаться. Говорят наши мудрецы, если человек молился 30 дней, 3 раза в день молился молитву, как полагается, Шахарит Минха Марит, и говорил правильную ставку, тогда сейчас, на 31 день, он точно говорит тоже правильную ставку. Да? Говорит Рав Рабинович, это означает, что код в мозгу можно изменить за 90 повторений, 30 дней по 3 повторения в день минимум. И он не только это говорит, он это проверяет. Он берет своего ученика, который страдал от заикания. Да? Во-первых, Рав Рабинович уточнил, что заикание вызвано не физическими проблемами, а психическим нарушением, изменением кода в мозгу, да, как он это называет. После того, как, например, отец дал мальчику оплюху и сказал, что я сожалею, что ты родился. Выяснив, что проблема не в физической структуре органов речи, Рав Рабинович написал ученику на листе бумаги фразу и сказал, повторяй эту фразу 3 раза в день, минимум. По 10 раз. Каждый раз, за каждое повторение, я не знаю, какое количество он сказал, ну, скажем так, 10, да? 10 за раз, 3 раза в день. Ученик начал повторять с толком, с чувством, с расстановкой. И через 2 недели ученик стал говорить уже ощутимо лучше. Рав Рабинович пишет очень интересную для нас вещь, очень актуальную, что таким образом можно работать над любыми качествами. То есть, в принципе, этот способ подходит для любого человека, который может себя взять в руки, начать повторять,
я вам скажу, что в этом есть ецарара, злое начало, которое говорит, зачем, не надо. Нужно понимать, что это реальная вещь, которая реально просто может за 30 дней изменить вашу жизнь. То есть человек, который, например, не может жениться, все время что-то ему мешает, все время, когда после 10 встреч он понимает, что это не та девушка, хотя на самом деле разум он понимает, что все нормально, но чувства ему не дают жениться. Или человек, который боится очень жениться. Или человек, которого он старается как-то улучшить свою финансовую сферу, но постоянно что-то ему мешает. Постоянно в самый нужный момент, когда нужно что-то действовать, у него что-то, как на варите говорится, идти панчер. Вдруг бабах, что-то не получается. Да? То это как раз означает, что нужно работать на подсознание. И это то, что может нам очень-очень сильно помочь, просто изменить всю нашу жизнь к лучшему. Всего-то за 30 дней. И потом это идет уже само собой по накатанной, когда уже дорожка как бы накатана, да, когда уже дорога сделана, то тогда уже мысли по ней бегают. То есть, в принципе, наши мысли, они подобны диску, который постоянно играет. Да? Если ты переписал диск, перезаписал, то тогда будет играться новые вещи, которые ты записал. И это очень хорошо для нас. Это то, что мы хотим. Перезаписать наши негативные убеждения, заменить их позитивными. И тогда наша жизнь полностью меняется в лучшую сторону. С Божьей помощью. Итак, дорогие друзья, значит, что мы делаем? Мы выбираем себе подходящую фразу, аффирмацию. И начинаем повторение. С толком, с чувством, с расстановкой. И в скорости с Божьей помощью вы увидите удивительное положение изменения, положительные изменения в вашей жизни. Что читать, чтобы изменить подсознание? Есть книга Джона Кехо «Сила подсознания». Советую вам почитать. Есть Раф Деслер, есть Раф Салантер, но это для тех, кто понимает иврит, я не знаю, есть ли перевод. Насколько я знаю, еврейские источники, это находятся в разных местах, я не знаю, как-то определенные книжки на эту тему. Для тех, кто хочет узнать эту тему более подробно и по-настоящему поработать над этой темой, назовем эту тему аффирмации, да, понять, как правильно составлять аффирмации. Аффирмации, кто не знает, вот как раз эти фразы, которые мы говорим, одна фраза, которую мы выбираем, повторяем, пока она не заходит в наше сердце, в наше подсознание, становится нашей реальностью положительной, с Божьей помощью, да, та фраза, которую мы выбрали сами. Так для тех, кто хочет узнать, как правильно составлять аффирмации, как они работают, как их лучше повторять, где, и множество других важных секретов этого великолепного метода, я приглашаю вас на свой 10-дневный онлайн-курс, который называется «Раскопай свой клондайк». «Раскопай свой клондайк» — в этом курсе вы раскопаете свои внутренние клондайки и найдете свое золото, найдете свое богатство в финансовой сфере, улучшите свою финансовую сферу. В этом курсе я делаю акцент именно на финансовой сфере, но знания, которые вы там получите, вы сможете применить в любой интересующей вас сфере. В курсе есть домашние задания, примеры, на курсе я буду с вами 24/6, кроме субботы, кроме шаббата. Ну, короче говоря, на этом курсе вы сможете провести новое, очень важное умение, которое с Божьей помощью переведет вас на совершенно иной, намного более высокий уровень материальной и духовной жизни. Подробнее о курсе вы можете узнать по ссылке, которая находится в описании данного урока. Ссылка на группу в Телеграме, где можно также задать вопрос об этом курсе. Так что, пожалуйста, нажимайте на ссылку, знакомьтесь, задавайте вопросы. Буду рад каждому, кто зайдет в эту группу в Телеграме. Ну, еще одно важное объявление. Я буду рад каждому, кто зайдет в мою бесплатную группу в Телеграме. Сейчас я сделал бесплатную группу.
где вы можете найти мудрые цитаты, истории, которые будут вас каждое утро заряжать на хороший день. Так что, дорогие друзья, все для вас. Заходите, нажимайте ссылки. Спасибо всем большое, всем, кто был со мной в этом эфире. Если вам понравился урок, ставьте лайк и делитесь этим уроком с друзьями. Пишите комментарии. И до новых встреч. С Божьей помощью. Будьте счастливы. Всего наилучшего.